Hola, amigos! На связи Матвей. Да, ребята, это не кликбейт. В этом видео я вам реально расскажу способы по установке 120 FPS Fortnite Mobile на любом андроиде. Это будет небольшой ролик специально для тех людей, которые хотят установить себе 120 FPS на их Android устройство. Ну а перед тем, как мы начнем, все-таки хочу напомнить, что вы не можете установить себе 120 FPS на устройство, экран на котором всего лишь 60 Гц. Это чисто физически невозможно, потому что устройство не может выдавать больше FPS, чем частота обновления его экрана. Конечно, может 120 FPS и будут показываться на вашем устройстве, но физически их не будет. Их максимум будет всего лишь 60 FPS, если у вас экран 60 Гц. Если 90, 90 FPS, ну а если 120 Гц, то, ребят, вам повезло, это видео то, что вы искали. В общем, многие наши подписчики уже знают, что у нас есть свой Telegram-бот, который автоматически выдает АПК Fortnite Mobile на 60 FPS. Типа, вы можете установить 60 FPS на любое ваше устройство, подробнее я рассказывал об этом в этом видео. Кстати, обновляет он АПК по обновлениям Fortnite тоже автоматически, так что за новыми АПК вы можете нам больше не писать. Короче, владелец этого Telegram-бота, а точнее один из моих главных помощников в нашей команде по имени Арсений. Арсений, привет, если ты смотришь это видео. Недавно раскопал одного программиста из Европы, который специально делает все эти АПК для Fortnite Mobile на ваше Android устройство. И недавно тот самый программист как раз таки и выпустил новый эксклюзивный АПК на 120 FPS. Конечно же, мы не обошли стороной данный АПК на 120 FPS и уже успели добавить его в наш Telegram. Так что подписчики, у которых уже есть этот Telegram-бот, можете смело у него просить себе АПК на 120 FPS и проверять. Ну а ребята, которые впервые на нашем канале, которые тоже хотят поиграть в Fortnite Mobile на своем андроиде в 120 FPS, можете смело писать в личные сообщения нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Ну а если у вас нету ВКонтакте, вы также можете писать мне за Telegram-ботом в мой Instagram, ссылку вы тоже найдете в описании, ну или в мой Discord, на который вы тоже найдете ссылку в описании. Мы обязательно всем выдадим ссылку на нашего Telegram-бота, обязательно вам поможем с установкой, если возникнут какие-то проблемы, все их решим. Вы также можете писать нам не только по поводу АПК, по поводу любых проблем в Fortnite Mobile. Мы, так сказать, некая техподдержка игроков Fortnite Mobile. Также после этого видео я вам настоятельно рекомендую посмотреть видео по оптимизации Android для игры Fortnite. Ссылочку вы найдете вот здесь. Потому что многие игроки, которые просят и скачивают наши АПК-файлы, потом жалуются на низкий FPS, при этом, когда они запускают данные АПК-файлы на слабых андроидах, ребят, просто посмотрите мое видео по оптимизации, все способы рабочие, все легальные и, естественно, они эффективные. Ну, в принципе, на сегодня у меня это все. Видео получилось достаточно коротким, но ни в коем случае не обижайтесь, потому что я так же, как и вы, хожу в школу, и на видео, да и канал в целом, у меня остается не так уж и много времени. Дабы вы не расстраивались, то я для вас уже готовлю очень крутое видео про арену Fortnite Mobile на своем андроиде, да, я его, кстати, починил, которое я выпущу в это воскресенье. Ролик получится мега интересным, там будет как и мой киберспорт, которого вы, кстати, давно на моем канале не видели, так и про баги, которые меня вечно преследуют во время игры в арену, так что, в общем, вы не заскучаете. Еще одна причина подписаться на мой канал, ну а если вы уже подписаны, то обязательно проверьте, включены ли у вас уведомления, чтобы смотреть мои видео первым. Ладно, достаточно поговорили, уже пятница, пора отдыхать, так что по традиции с вами, как всегда, был Матвей, hasta luego!